На суде в качестве вещественного доказательства предъявили 14 монет. Эксперт обнаружил, что 7 из них фальшивые, остальные настоящие. Причем эксперт знает, какие именно фальшивые, а какие настоящие. Суд знает, что фальшивые монеты весят одинаково. Настоящие монеты тоже весят одинаково. Фальшивые легче настоящих. Эксперт хочет 3 взвешиваниями на чашечных весах без гиль доказать суду, что все обнаруженные им фальшивые монеты действительно фальшивые, а остальные настоящие. Расскажите, может ли он это сделать, если может, то объясните как. Это 212-я задача, задачный план. Заметьте, пожалуйста, там не отличались по возрасту. То есть задачник квантов для всех возрастов соответствует, считалось, что человек программа 11 классов это знает. Вот. Но заметьте, что вот иногда задачи можно решать в любом возрасте. Из 14 монет 7 легких, а 7 тяжелых. Все легкие одинаковые по весу, все тяжелые одинаковые по весу. Все легкие одинаковые по весу, все тяжелые одинаковые по весу. Суд знает, что все легкие одинаковые, что все тяжелые одинаковые, надо суду за 3 взвешивания показать, какие.